Объем противогололедных реагентов, которые используют на улицах областного центра, будет снижен с 60 до 30 грамм материала на 1 метр дороги. На такое решение городские власти пошли после многочисленных жалоб жителей губернской столицы. Горожан не устраивает затрудняющее передвижение шуга из снега и химических реагентов, которые скапливаются на тротуарах и проезжей части. Дорожным службам Самары также поставлена задача быстрее освобождать город от снежных заносов. Для этой цели сейчас прорабатывается вопрос увеличения автопарка спецмашин. Между тем, как пояснили на пресс-конференции коммунальщики, использование песко-соляной смеси зимой неизбежно. Причем та марка, которой обрабатываются самарские улицы, экологически безопасна. В ее составе имеются вещества, нейтрализующие вредное действие соли в течение 72 часов. Этот же состав используют коммунальщики Москвы, Питера, Казани и других городов-миллионников. Поручение было от главы на совещании. Получено, доведено до предприятия, провели мероприятие по регулировке на технике, которая распределяет противогололедные материалы. Сейчас вы уже видите, что последний снегопад, да, там было 10,5 сантиметров при соблюдении технологии, и погода минус 5, минус 6. У нас сейчас дороги, в принципе, сухие.